Так, ребята, добрый день. Вот вчера вот этот последних мы привезли с худривера. 10 штук погибло с голоду. Голоднючие. Пчелка ничего, которая живая, но страшно голоднючие. Вот кормим. Что-то помпа. Надо, наверное, масло долить. Сейчас сын подъедет, помпу сделает. Смотрите, что они творят. Поделали, ну, заполнили мы сразу вот с их брали, короче, расплоды, и вот эти все 10 мы сразу заполнили их, и маток сейчас вот у нас еще матки остались чуть-чуть, раздадим маток, и все у нас как бы все нормально. Вот это у нас два роя мощный, вот этот два дипа и супер полный рой полно, а этот рой клет, это не было, короче, матки. Ну, дал расплоду, дал и клетку поставил. Вот этот тоже рой. Но не это. Не нашел матку, поставил открытый расплод. Посмотрю, если маточники потянут, то значит... Значит, короче, это... О, Алекс, а что вот их ты не открыл? А Толик сказал не открывать, потому что близко, пусть посидят. Их, наверное, подальше чуть-чуть вот так вот поставь, чтобы они это не мешали. Тоже сильно переселить. Туда отнеси. Слушай, отнеси туда, да. Там где места есть, сейчас проверим. Готовим сегодня. Завозим пчел до Старовера на ежевику. Вчера деду Григорию, в том году я ролик делал, умер он. Уже 3 месяца как умер. Ну, с сыном его, с ним договорился, то также на те же места так и буду ставить. Сейчас вот ставим, вот проверяем, где там было необлеченные маточки. Здесь вот написано, была трутовка, но матка ходит. Сейчас проверим, короче, что-то не очень так матка нравится. Здесь вот матка еще была 5-4 необлеченная. Сейчас проверим, что она облетелась, не облетелась, и будем ставить вторые корпуса, завязывать, и их мы... Ничего, вот от водочки, смотрите, как они шикарно летают, очень хорошо летают. Вот это все от водочки, это все пойдет на клюкву. Ребята, добрый день! Вот хочу вам показать совместное уже, короче, итальян и корнеолка. Она вот уже чем-то похожа на бакфаст. Посмотрите, какая красавица. Честно говоря, сеет, просто супер сеет. Пчелы столько нету, сколько она сеет, короче. То... Вот это еще пчела не ее, ее только вот приняли, вот только у нее только печатка, только-только началась печатка. То посмотрим, какого цвета будет пчела. То, а так красиво смотрится, вообще бомба смотрится. Напоминает вот бакфаст, конкретно напоминает. Шикарные матки такие. Ну вот я сейчас вот отпишу корнеола плюс итальян. Вот видите, вот корнеола и итальян. Вот мы ее подсадили 5-5 числа, вот 12 дней как она только ходит, работает. Ну, по расплодам смотрю, расплоды бомба, очень хорошие расплоды. Посмотрим, что она покажет из себя. Видите, она притаилась и не ходит она, ни это, никуда. Вот. Вот эти вот матки, они прячутся, а потом бывает на их пчела налазит, так тяжело их искать. Ну ничего, будем экспериментировать. Вот это они, это он первый год мне прислал, а я думаю, ну что он прислал, на клеточках крестик. Видите, вот на клеточке крестик. Думаю, обычно если корнеола... то он пишет букву С.
Если итальянка, то он ничего не пишет, а это все. То я вчера сыну говорю: Серый, а ну заказывай маток, еще сотню штук возьмем и все на этом, на этот год. То он ему позвонил и спрашивает: а что за крестики там? Он говорит: это итальян уже с корневолой, уже помешанные. Ну красивые, очень красивые матки. Только вот в работе, в деле посмотрим, какие они будут. Сегодня вот с утра ветер такой сильный был, холодина было, а сейчас чуть-чуть потеплело, он цветет, все, мед несут. Вот вчера теплый день был, тряхнешь, что напрыск есть, чтобы там сильно много, но все равно нормально. То готовим, вот это все готовим, осталось вот эти на одном корпусе, это на клюкву все пойдет. Сейчас вот иду проверяю, маток приняли, не приняли, короче. Смотрим. То сегодня вот два еще на один на ежевику завезу, короче, 11 палетов, и другому на клубнику завезу староверу 6 палетов, и все. Это у меня уже вторая неделя я здесь нахожусь. То только на субботу съездил домой и опять здесь. То нормально. Гудють. А вот эта же партия, только посмотрите, какая матка. Чуть-чуть. Так, где же она пошла? Ну, прячется, прячется. Вот она приостановилась. Сейчас найдем ее. А вот она. Вот она. Видите, черноты немножко больше на ней. Видите, вот они раз остановились и все. Не хотят они. Другие матки бегают как бешеные, короче. Ну посмотрим, будем вот наблюдать. Я вот отмечаю, то красивые, такие мощные. Хочу, интересно, посмотреть по меду, как они будут. Нормально будут? Нет, если по меду они вообще нормальные будут, то это вообще супер будет. По засевам бомба. Так, вот сегодня помощник нам приехал на пасеку. Олег с Серым. Вот Олег. Дам тебя. Тебе шапца. Серый. Поехал куда-то. Там, видно, запчасть какую-то надо. Он менял подшипники на заднем мосту. Да, ставь, ставь, Олег, туда. Ага. А эту сюда ставь. Угу. Да. Ага. О, молодец. Так вот потихоньку, потихоньку будет помогать. Сегодня у них выходной. Школы сегодня нет у них. Щелкнуло нормально. Угу. Каждый занят своим трудом. Сейчас загружу, отвезу 11 палетов в староверу. О. И будет нормально. Не встала, да, Олег? Во. Вот-вот-вот, Олег, чуть-чуть, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот, смотри, Олег, да. Дай-ка, вот она, видишь, вот она, чуть-чуть так сделай, да-да-да, во, все, щелкнуло. Олег, тебе нравится на пасеке? Да. Ты любишь? Да. Молодец. Ну, сейчас, последнее, это, в этом году очень много, постоянно с Серым приезжает сюда, то ездил даже с Серым на... Это перевозил пчел, короче. Вот последних пчел привезли с Худривера. То привез. Ага, смотри там, чтоб щелкнул, Олег. Видишь, вот-вот. Да-да-да-да, вот, молодец. Молодец. Фу. Каждый занят своим делом. Купили вот. Вчера Серый новый компрессор купил.
все, бардак. Нет, руки не доходят сейчас ни до чего. Вот этот специально домкрат. Снимать, короче, коробку. Привезли коробку на Форда 550-го, а привезли автомат. А у нас не автомат, а у нас это... Как его? Клатч. Ну вот он, компрессор. Вчера взяли, вот сейчас вот. 450 баксов. Нормально электрический, нормально работает, все отлично. Вот надо. Уже сколько вот лежит. Обещают, обещают, но не знаю, посмотрим. Может быть, на следующей неделе, может быть, сделают уже. Так что. Так, рамки все колотят сейчас. Работы много.